Назад, самый малый. Господа, прошу не волноваться. Пассажирам первого и второго класса предлагаю занять каюты. Остальные не сходите с своих мест. Давай. Обыск. Кого ты ищешь? Безобразие. Дети, пойдем. Фу! Чтоб вы не сказались. Кого они шукают? Да тут недавно батраки помещи экономию спалили. Кажут, якийсь беглый матрос Потемкина. Народ бунтує. Так от зараз вони скрізь шукають і ловлять того матроса. Пап, я хочу на палубу. Видіть, нельзя. Сядь как следует. Павлик, а где копилка? А вот она. Ну, не скучно. Человека на носу экзамены, а ему скучно. Учись стихи. Но я же выучил. Вот нарочно возьми да спроси. А ну говори. С выражением. Ну говори с выражением. Греет парус одинокий стихотворение Мэйю Лермонтова. Греет парус одинокий в тумане моря голубом. Слышит он... Слышит он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Кажется, недурственная Денька, а, Павлик? Хорошая Денька. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Ну, кушай, Павлович. Как? А?
Очень вкусно. Уже он счастье не ищет, и не от счастья бежит, а от зазвук. Дальше, дальше. Под ним стоят свечей мазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный. Кто такие? Дачники. Мало что дачники. А кто такие дачники? Покажи паспорт. Как вы смеете разговаривать со мной в подобном тоне? Я преподаватель среднеучебных заведений Коллежский советник Бачей. Это мои дети, Петр и... Павел. А вы, грубьяны, невежа, и убирайтесь отсюда вон! И давай, ваш выражение, обознался. Можете отправляться. Слава богу. Поехали. Жандармы остались на берегу. Павлик. А там дядя. Смотри, Павлик, смотри, какая красивая птичка летит. О, господи, какой ты глупый. Ты вот же она, вот. Пирог с грибами и держи язык за зубами. Где же птичка? Покажите мне птичку. Thank you.
Виноват. Виноват. Эскадра на горизонте. Потемкины ведут. Где, где? Позвольте, пожалуйста, ваш пинок. Который Потемкин? А вон посередине. Тремя трубами. На буксире ведут из Румынии. Шабаш. Чего же они родимые взбунтовали? Очень просто. Деньги казенные ограбили. 120 тысяч. А ты что при этом был? Шкура! А борщ с червями ты ел? А по морде тебя офицеры били? Жуков. Чего Жуков? Скажешь, Родион Жуков. Приехали. В Потемкино. Не трожь! Стой! Не трожь, говорю! Морда! Стой! Показывайте меня людям. Я матрос. Схавайте где-нибудь. А то повесят. Я не пугу, правда. История.
без бочки? Так вот же бочки, тетя. У вас в руках. Что вы не видите? Покажи мне, где? Я не вижу. Может быть, вот это, что я держу в руках? Так это не бочки. Это воши. Тут разве есть что жарить? Тут даже нет чего жарить. Эх, на ровную счету, две сотни. Так, значит, по 30 копеек сотня, 60 копеек. Ну, вы мне еще должны рук 40, значит, еще 80. Так и скажешь, дедушки, забирай корзину. До свидания. Значит, ничего такого у вас вчера не произошло? Как будто ничего. А я слыхал, что вчера здесь против берега какой-то человек с парохода упал. Ничего не знаете? От вас первого слышу. Однако странно. Никто ничего не знает. Мальчик, ты здешний? Тутушний. Рыбацкий? Рыбацкий. Так подойди, черт, не бойся, подойди. Эх ты, рыбалка. Тебя как звать-то? Гаврик. Калбит, Гаврюха. Угу, Гаврюха. Вот что, Гаврюха. Хочешь выстрелить? Дяденька, а вы с меня не смеетесь? Ну что ж, не доверяешь? Вот,
Вали! Из чего предпочитаете стрелять, молодой человек? Из пистолета? Или из ружья? Извините, Кристи. Ну что ты? Вали! Знаете что, Лена? Я лучше не буду стрелять. Я все равно уже подстрелился. А вы лучше меня угостите десертки с сиропом. Вам же дешевле обойдется. Ничего не имею против. Что, Петенька? Что, миленький? Папа, дай мне 5 копеек. А для чего? Не очень нужно. Но ты все-таки скажи. Я же должен знать, на что ты собираешься истратить эту сумму. Я куплю себе шоколадку. Шоколадку? Прекрасно. Против этого трудно что-нибудь возразить. Выбирай. Спасибо, папочка. Вот лягушка опоздала все скачки, весену все нас. Ну что, Гаврюх, понравилось? Спасибо, дядечка. Правда, такой вкусный нету. Ну, я думаю. Слушка, что хочу тебя спросить, Лен? Вы вчера рыбачили? Рыбачили. И пароход Тургенев видели? А как же? Нам чуть весь перемет колесами не покалечил. А с парохода никто не прыгал? Нет. Ах да, прыгал. Он как прыгнет, а брызги как полетят во все стороны. Он как поплывет на размашку. Постой. Да ты брешешь. Ни богу не брешу. Вы то есть свиный крест. А куда же он потом делся? Потом? А потом его саланда подобрала. Здешняя? Нет, Свердорфа. Такая вся синяя-синяя. Наполовину красная. Как паруса. И название лодки заметил? Как же заметил. Соня. Соня? Прекрасно. А ты не врешь? Святой истинный крест. Тут мне в жизни счастья не видать. Ну, смотри. Машина, огонь. Где тут одесский комитет? Пустите меня в комитет. Не стреляйте. Ну вас к черту. Где сапоги постреляете. Дядя, дяденька, да вы не бойтесь, дядя, это я. Дяденька,
Это вы вчера в пароходе Тургенев прыгали. Тут про вас один выспрашивал, усатый. Наверное, из Сыскнова. Дядя, куда вы? Вы больной! Пусти, пойду. Да вы не бойтесь, дядя. Усатого я обманул. Я его куда послал, а сам иллюзор. Ложитесь, дядя. Спасибо этому дурню чудотворцу. Помолись ему, старому хрену, чтобы лопнул. Наловить крупных бычков это он может. А вот цену подходящую сделать на базаре, так нет его. За такого бычка 30 копеек за сотню. Где это видно? Святой истинный срез, кого хочешь спросить. Весь перевоз видел, как я наплевал этой страженке в пораные очи. Не трожь его, дедушка. Пускай отдыхает. Спит. И ничего не чует. Эх, матрос, матрос. Неважное твое дело. Слушайте, дедушка. Матрос все про какой-то Келесия беспокоился. Пойду-ка я до Келесия. Он в этом деле лучше нас разберется. Пойди, внучек, пойди. Ну, ты бы скажи, что хотел.
ничего, Терентий, твои. Это до тебя врач пришел. А это кто? А это Петька с канапы. Учителя мать. Свой, для чего? А где же те башмаки, что я тебе на Пасху справил? Что ты все равно как босяк ходишь. Где те башмаки? Ах ты, босявка, босявка. Ну, пошли. Бастуешь? Угу. Так-так. Чего пришел? Здравствуйте, дядя Гаврик. На! Возьми, Женечка, возьми ручки. А это Петька с Канады. В гимназию поступай. Пойди, поиграй сегодня. А Женечку отдай мне. Да ты не бойся, он не будет драться. Мальчик, хочешь, я вам покажу русско-японские картинки? Покажи. Смотрите, мальчик, япончики. И япончики, а япошки. Так тебе и надо. Рисуйся, рисуйся. Рисовайся, рисовайся. Слышь, Петька, как звать того матроса? Какого матроса? Ну, который с Тургенева прыгал. А, Жук! Родион Жук! Отстань от нас, мы играем. Мотя, зови своего кавалера Кулиса кушку, а то они, наверное, голодные. Мальчик, хочешь с нами кушать Кулиса? Мерси. Сережа! Куда ты? Дело есть. Ничего, дядь, сидите. Это наш Терентий пришел. Здорово, дед. Вот получай пару тебе принес. Покажи сейчас. Встретил я Гаврика. Дай, думаю, заскочу до своих родичей. Да я вижу, у вас тут еще кто-то есть в хате. Здравствуйте. Утопленник наш. Слышал, слышал. Родион Жуков? Допустим, Жуков. А вы кто такой? Да Терентий. Давай. Могу тебя свести до комитету. Можешь мне верить. А чем вы докажете? Илья Борисович! Пойдите сюда на минутку. Я помню этого товарища. Он стоял в карауле у тела Хлюнчака. Вы там были, товарищ? Факт. Ну вот видите. Стало быть, я не ошибся.
теряя время, переодевайтесь. А то, мне кажется, за этим домом слежка. Гаврик. А ну, проверь. Нелегально прячешь. Не так, нет. Скажи, кто у тебя только что был? Не могу знать. Ах, ты не можешь знать. Молчать! Кто здесь был? Не могу знать.
неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний и союза собственной его величества рукой подписано, не колай. Да, свобода собраний. А попробуй мы, а не нас шашкой по черепу. Не скопляйтесь, я говорю. Мы не скопляемся. Дедушка!
дедушка. Александровский участок разгромили. Больше говорю. Иди с дедушкой на Малый Арнаутск, номер 15. Там спросишь Иосиф Карлович. Ему скажешь. Софья Петровна прислала узнать, получили ли письма из Николаева. Чуешь? Чую. Он тебе ответит. Уже 2 месяца нет писем. Тогда ты ему скажешь. Прислал, мол, Терентий за орехами. Возьми у него этих орехов побольше. Орехов? Орехов. А потом с теми орехами иди сюда, за угол. К зубному врачу. Мы там ждать будем. Чуешь? Чую. Старика нашего, пускай Иосиф Карлович пока к себе возьмет. Ну, главное, про орехи не забудь. На, бери свои пуговицы. Пришли, а то отец заругает. А долг после отдашь. Ничего. Бери. Девушка. Дедушка, у вас болит? Отбили. Чисто все печенки отбили. Куда вы, дедушка? На ближние мельницы. Туда нельзя. Пойдемте в другое место. Где живет Иосиф Карлович? А что надо? Отворите, дядя. Ну, я, Иосиф Карлович. А что ж дальше? Здравствуйте, Иосиф Карлович. Пришла до вас тоже Петровна узнать, чем вы получили письмо с Николаева. Уж 2 месяца нет писем. Такая уж, знаете, неаккуратная дамочка. Прошу покорно, молодой человек. Вы, кажется, посещали иногда мое заведение? Какой приятный случай. Зайдите, пожалуйста. Дедушка! Отнесите это Терентию. Только будьте осторожны. Город оцеплен войсками.
получай долг. Только тут не хватает еще 17 копеек. Знаешь, Пугарик, не будь вредным. Отдай за мне уже, в последний раз. Я сейчас отыграю и тебе отдам. Ну нет, хватит. Не шмасы. Ну что за благородное слово, завтра непременно отдам. Последний раз. Нет, так больше не желаю. Теперь я что хочу, то с тобой и сделаю. Пока весь долг не отдашь. А руку знаете, ранит? Зачем ранит? Надо, и шинель надеть, и фуражку с гербом. А ну пока сам. Ничего, места хватит. Одей. Ты что, кошек не играл? А то не. Ты будешь на меня работать. Мои ушки таскать. А ну иди за мной. Только не отставай. Что присылает? Тащите что-нибудь! Наконец-то. А это что за молодой человек? А это ты эксканат. Свой, ничего. Кладись сюда, в ранец. Ну, пошли.
Никитка, дальше не пойдем. Там ходит тот самый черт, который мне ухи крутил. Смотри. Усатый. Шкура. Он меня знает, как облупленного. Ни за что не пропустит. Повезли. Слышь, Петька, понимаешь, они там и сидят, и даром дожидаются. Их там всех перестреляют. Слышь, что я тебе говорю? Чую. Можешь пойти один? Не встретишь? Слышь? Чую. Куда прешь? Не видишь, что ли? Дяденька, пожалуйста, пропустите. Мы живем тут недалеко, в сером доме. Побудем беспокоиться. Наверное, думать, что меня убили. Жаль. Ты студент. Чего кричишь? Принес? Давай сюда наверх. Туда! Ну что, принес? Принес. Давай, давай. Ну? Все. Нет, еще в ранце. Ну-ка. Молодец, мальчик. Ай, спасибо. А еще гимназист. Чего, Жуков? Да я тоже знаю, вы на пароходе от Асатова убегали. Товарищи, патроны! Лечь по одному. Раненый вперед. Давай.
Ребята, гости дорогие! Наконец, голубчик. И легче станет на сердце. А? Ах, папа, ты совсем ничего не понимаешь. Ну вот. Что это значит? А где же денежки? Нету денежки. Папа, нету денежки. Что это значит? Скопилочки.
негодный мальчишка! Сорванец! Я знаю все. Ты играешь в азартные игры! Где эти? Чушки, душки, как их там? Ушки. Ушки, прекрасно. Где они? Где эта уличная зараза? Эти микробы? Да? Вот они! Огонь! Лету! Чтоб так их не было! Бабочка! Да? Папа! Бабочка! Бабочка! Пустите! Папа! Дайте я цвету! Дайте я цвету! Бабочка! Отстань, говорю! Писатель! Слышь, Питка, хочешь с нами на салане? Когда? А сейчас, я мочку и пить. Под парусом. Кататься? Кататься. Хочешь? Спрашиваю. Ну, давай. Трошки. Ничего, постель. Покажи. Ни лапы не купишь. Это твои? Казенный, с комитета. Слушай, матрос наш сегодня из тюрьмы бежит. Мы его встречать едем. А как же он через стенку перелезет? Она же высокая. Ну какая? Да не, стенку стеренки подорвет. Сегодня аккурат как восьмется у нашего матроса прогулка. Перейти с той стороны под полицейки и станет ждать. То на миг как бабахнет. Что бабахнет? То на миг. Да не то на миг, а динамит.
Не срай динамит, лишь бы стенки проламывал. Ты слухай меня. Вот на место приедешь, ты с мужчиной на берег выйдешь. Как увидите матрос, помахайте мне платочком. Чуете? Чую. Чую. А я в Саланде ждать буду. Вон она.